Доброе утро! Меня зовут Екатерина, и я профессиональный стилист. Лето – отличный повод обновить свой обувной гардероб, поэтому Анна и Дана пришли в самый большой магазин «Марка» и обратились за помощью ко мне. Босоножки на каблуке должны быть в гардеробе каждой модницы. Это либо устойчивый каблучок, как, например, в этой модели, анатомический мыс, удобная дутая перемычка и регулирующийся под каждую стопу ремешок. То есть каждая модница подберет себе босоножки по ножке. Босоножки на каблуках, рюмочках также актуальная модель. Они представлены либо с квадратным мысом, либо с мысом каре, либо с анатомическим мысом. Перемычки могут быть как толстенькие, такие дутые, так и босоножки на тонких перемычках продолжают быть актуальным в этом сезоне. Для Анны я выбрала модель с квадратным мысом, с каблучком рюмочка и на дутых перемычках. Я думаю, Анна будет их сочетать с легкими платьями, юбками, брюками и по достоинству оценит эту модель. Не менее актуальны босоножки на устойчивом каблуке. Закрытая пяточка поможет фиксировать ногу. Данная модель идеально подойдет для офиса, будет хорошо сочетаться с офисной одеждой, с костюмами, с платьями, юбками. Для Анны я подобрала модель яркого цвета «Сочный лайм». Я думаю, Анна по достоинству оценит эту модель, потому что Анна фитнес-тренер, привыкла к комфорту и активному образу жизни, поэтому этот яркий динамичный цвет впишется в ее гардероб. В образы Total Black с белым цветом, с бежевыми лучками, будет очень красиво. Такая акцентная обувь подходит мне по темпераменту, самое сердечко. Еще один тренд этого сезона – это босоножки на массивной платформе и устойчивом каблуке. Данная модель выполнена из натуральной кожи, идеально подчеркнет хрупкость ваших ножек и увеличит рост. Вторая наша героиня – Дана, и она студентка. Я ей подобрала удобные босоножки на устойчивом каблуке. В такой обуви ей будет комфортно передвигаться по городу. Еще один отличный вариант для Даны – это босоножки на тонких перемычках и платформе. Дана их может сочетать со спортивными лучками и с легкими летящими платьями. Туфли с открытой задней частью в этом году ввели в свои коллекции все модные дома мира. При выборе обратите особое внимание на дизайн. Ремешки со стразами, ремешки силиконовые, фигурные вырезы. Сочетать такие туфли можно не только с юбками-платьями, но и с джинсами и брюками. Продолжают быть актуальными в этом сезоне рыбацкие сандали. Они стали более мягкими, более женственными, более облегченными. Рыбацкие сандали пришли к нам из мужского гардероба, но стали более женственными на каблуках и в розовом цвете. А продолжение нашего модного обзора смотрите в следующем выпуске. Мы покажем самые свежие новинки от «Марка».